Коммунальные услуги дорожают ежегодно с июля. Индексация ограничена размером инфляции, в среднем не более 4%. Сейчас власти обсуждают дополнительное повышение. С января 2019-го, сообщает Бийский рабочий. Поднять тарифы с нового года попросила ассоциация ЖКХ и городская среда. В письме главе Минстроя России она объяснила, что из-за роста НДС с 18 до 20% у организаций ЖКХ, предоставляющих потребителям услуги, сформируются большие убытки. В итоге Министерство экономического развития страны предлагает повысить тарифы с января на 1,7%. Виктор Томенко отказался участвовать в предвыборных дебатах, информирует Политсибру. Остальные кандидаты на пост губернатора края – Владимир Семенов от ЛДПР, Людмила Суслова от «Справедливой России» и Андрей Крылов от партии «Роста» заявили о своей готовности участвовать в дебатах. Отметим, они будут длиться неделю с 14 по 21 августа. Королеву лета выберут в крае, пишут «Аргументы и факты» на Алтае. За присвоение такого звания будут бороться участницы фестиваля цветов, который пройдет в Мамонтовском районе. Пока неизвестно, сколько девушек примет участие в конкурсе, но им предстоит пройти несколько испытаний на нескольких площадках. Победительницы фестиваля и присвоят титул «Королевы лета». Елена Макаренко, «Наши новости».